Прилетели в Сочи, никогда не была в Сочи. Дальше на такси в горы. А если я скажу присядьте, тогда уж присядьте, да? Потому... Очень-очень грязно. Сочи, никогда не была в Сочи, очень интересно посмотреть, что же это такое, море, какое оно и настолько ли грязное, как о нем говорят. Ну а вообще на самом деле мы будем высоко в горах. Приехали в Дагомыс, а дальше на такси и в горы. Лук. Вот такой лучок. Ну как, путешествие? Нормально? А Гоша все обижается. Сейчас 15 минут 8-го, дети уже, конечно, устали, перелет 5 часов, затем еще на ласточке час, а теперь еще на такси какое-то время поедем в горы, ну, наверное, еще час, и там будет красота. Красота? Устала? Я спать хочу. Приехали из дождливого Петербурга в Сочи. Солнечный Сочи. Пляжный отдых. Сейчас на такси едем в горы. И здесь, сказали, не надо отстегиваться. Аэропорт 400 часа сюда едет. Мужчины? Да. Сегодня сказали, не пристегиваться. Сколько в аэропорт? Никто не ездил. Вот так. Все отказали. А, вон она. Да, река, видишь? Очень красиво. Супер. Самое время отправиться на завтрак. Радует, что солнце за окном. Два дня лил дождь. Сегодня уже погода налаживается, а дальше будет еще лучше. Посмотрим, что нам приготовили. Вы же знали, да, погода? А то завтра точно будем брать. Ты имеешь в виду этот парк? Завтра поедем. Доброе утро. О, петухи там где-то. Вот эта река здесь течет, и постоянно шум приятный, тот самый тихий шум, который многие психологи рекомендуют. Вот и ресторанчик. Немножко не с той стороны пошла такая вся. Сонная, но а если вот так, о. Вот и нет никаких опухлостей. Испугалась вчерашнего дождя, так тепло оделась, а в итоге погода шикарная, бегу переодеваться. Все, я уже переоделась, вот так вот. Мы корректировали нашу программу, исходя из погодных условий, поэтому сегодня по плану посещение бани аж на 3 часа. Там разные спа процедуры интересные. А потом с детьми пойдем гулять в горы. Погода должна будет позволить. В общем, может быть, что-нибудь сниму. Что красиво? Агния. Агния будет? Вкусный завтрак. А бывает невкусный? Вкусный и полезный. Кино? Угу. Йогурт? Вкусно, Агния? Да. Агния здесь окно открыла. Я думаю, я. Вань, вкусная каша? Нормально.
дай. Там есть замороженный сок и что-то. А вы идете? Хочешь? Да. Там арасовые льёта. Ну, сейчас пойдем в баню на целых 3 часа. Будут разнообразные спа-процедуры. Парить как следует будут. Турецкий хамам и так далее. В общем, все 1 025 000 удовольствий. Вот сюда мы пойдем. Давай. Вообще, конечно, здесь очень красиво. Очень-очень-очень. А в конце нашего пребывания здесь скажу, стоит рекомендовать или нет. Тут, видите, сквозная. А, у вас выход на улицу. Открыто, да? То есть всегда безопасно. Можно дать воздуха свежего. Ага. То есть вон там сенная. Туда еще посмотрите. Сюда? Сеновал. Полежать и ощутить то, что туда историю вот эту все почувствовать надо. То есть не надо растрачивать, бежать куда-то, что-то делать, там все такое. Ну да. Лечь 5 минуточек себе уделить буквально хотя бы. Ну вообще 10. Сейчас Остина с наверх проводит. Я уже там. Идемте со мной. Здесь массажный. Получается. Место, там где смешиваются 4 стихии. Там запотеет. Ну, подожди. Еще раз так же. Я вот здесь. Одноразовые трусишки. Правда, я сначала решила, что вот это женские. Как-то мне показалось не по размерчику. Но потом нашла вот эти. Супер чистенькая. И помыслы чистые. Помыслы чистые. Все чистенько. Холодное, горячее, холодное, горячее. Будем теперь мыться. Но я с точки, чтобы обувь не упали. Хорошо. Так, Агнюш, смотри, мы приехали в Салахао парк. И сейчас будем ехать. Подожди, я тебя сфоткаю. Мы будем Агния поедет вот на такой штуке. Вот так. Вот так ты поедешь, Агния. А так мы еще раздельным, я думала, мы с Аркашей вместе. Нет, вы с Аркашей на одной, наверное, а может нет. Я не поеду, нас с Гошей, нет, это не Гоша, вот Гоша маленький, покажи, вот нас с Гошей не пустили, точнее, мне можно, Гоше нельзя на такой штуке ехать, вот, а ребята у нас поедут, там звонит, кстати, сумка у меня вибрирует. Папин. Что там, да, папин телефон, кто звонит? Сергей звонит. Очень важная информация. Да. Так вот, наш папа с Ваней поедут вместе, и вы вместе, да? А мы будем с Гошей ждать где-то там внизу. Она быстрая? Ну, конечно, быстрая. Она быстрая и страшная. Она просто тут с виду не очень быстро была. С виду не... Но вид, конечно, сейчас я переключу камеру. Вид потрясающий, вот там горная река, горы. Видишь, там вода. Я не отпущу перила, я не поеду. Не поедешь? Поеду. Ну, либо мы поедем, а потом мы поедем вот на этом автобусе. Мы поедем, вот он, Салахао парк. Ребята, это у нас что, подготовка, да? Моральная. Ну, кто боится? Пофиг. Эти вообще не боятся. Аркаш, боишься? Аркаш, у меня смаку в растении. Наши дети сейчас и папа наш поедут на этой канатной дороге, а мы с Гошей, конечно, боимся. Мы боимся, Гоша? Ну, Гоша так боится, что... Гоша, ну ты боишься? Ага. На самом деле боишься не за себя, а за близких. Сложно сказать, какая тут высота, но для тех, кто боится высоты, здесь очень высоко. Я как раз больше 2-го этажа, мне уже тяжело. Канатная дорога, она вот здесь как-то так идет. Ну, не очень видно, я в любом случае сниму, как поедут ребята. Мама, зачем ты говоришь? А затем, вот, ну да, там, да, сейчас попробую поймать, вот туда.
Вот. Мама, что? Зачем ты говоришь? Зачем я говорю? На память. Да? Вот ты таким останешься. Классно. Классно? Все. Мам. Ладно. Пойду снимать ребят. Мам, сними листик. Сними листик. Гоша сказал снять листик. Вот такой. Все, давай, все. Давай. Это мой листик. Нет, мне вот так надо снимать. Привет, Андрей. Поехали. Нет, заново. Салахау парк. Здесь много разнообразных активностей. Входной билет стоит 500 рублей. Но если вы хотите, например, воздушный шар, канатную дорогу, она зиплайн называется, как-то так. Правильно, да, я говорю, зиплайн? Потом вот эти вот, как, Вань, как вот эти штуки называются? Батут. И лазалки разнообразные. Это нужно доплачивать еще отдельно. Но во входной билет входит... Знаете что? У меня кровь! Блин! Мама, у меня кровь! Где кровь? Да я подумал. Надо отрезать палец. Так, давай я откушу. А как убрать? Давай. А как убрать кровь? Все. Ну-ка, пойдемте лечить кровь и есть блинчики. Давай. Мне просто всего уши срезали. Забыла снять блины. А? Чего? Такие. Аттракцион специально для таких, как я. Клин клином называется. Ужасно боюсь высоты, но придется подняться. А куда ты полетишь? В Турцию или в Грузию? Я полечу на Мальдивы. 50 целых метров от земли. Там будут мои Мальдивы. Что? Да. Чайные плантации. Это зовут. Которые разводил русский чаевед Кошман. Кошман? Кошман. Когда огонь... Сейчас полетим на этом шарике. Кошка у нас отказала. О как! И не отрывайте этот черный шланг резиновый. Вот этот, резиновый черный шланг. Не отрывайте. Он нам еще приведет. И свистков у нас нет. Я и свистков у вас нет, свистите так. Да. Первый полет на воздушном шаре случился. Вот он. Было высоко, было страшно. Поборола ли я свой страх высоты? Н-н-н. Особенно, когда наш капитан стал прыгать на борту. Вот в этой колясочке. Было неожиданно. Мама, я руками достала. Гоша, ну ты уже все ноги... Мама! Мама уже болит. Ваня. Мама, ноги вперед. Папа вперед. Thank you.
Здравствуйте. Приехали в Сочи парк на ласточке. В Сочи лучше передвигаться на поездах, потому что электричках, потому что очень большие пробки. И, кстати, чуть не опоздали на вокзал. Буквально за минуту до отправления поезда приехали. Попался очень классный таксист, который хорошо знает Сочи. И он какими-то обходными путями нас доставил таки на вокзал. Так, входим в Сочи парк. Очень напоминает Авентура. Вот такие очереди. За билеты. А, вот, за билетами кассы здесь. Ну что ж, у нас, конечно, без очереди вообще не получается. На входе были очереди, металлоискатели не работали. Соответственно, все там 6 потоков ринулись в один. Ну и, конечно, как результат, очень хамское отношение со стороны охраны было. Здесь можно взять коляску, если вдруг кто-то забыл. 400 рублей детская коляска, ручная тележка 600 рублей. И есть камера хранения. Да давайте подарим друг другу волшебство! Громче, громче! Волшебные аплодисменты! Ага, мы пойдем смотреть мультики! Не снимать? Я себя снимаю. Какой забавный аттракцион. В итоге вся мокрая. А обрызгал наш папа нас. Ух, да, Гош? Смотри, я все мокрая. Все мокрая. Парка. Все хорошо, да? В целом все хорошо. Да. Агния меня уговорила прокатиться на горке. А мы не снимали там на горке на этой, на ужасной. Боже мой, я прокатилась на Змей Горыныче. А? Там нельзя было снимать. В общем, вот такой вот он. Но мама, я скажу так, она очень сильно кричала, а потом, когда я сказала, что она кричала, мама такая: нет, я вообще не кричала. А я смеялась. Ага, конечно. Нет, когда я с мамой ехала, спереди какие-то сидели товарищи, они кричали. Да. Ну, ты тоже кричал. Моим голосом. Конечно. Все. Сочи парк. Пока. Это аквапарк. Очень грязно. Нет, это не туалет. Грязная, да, это чудесный аквапарк. Вот такие вот замечательные шаблоны. Все удовольствия за ваши деньги. Хотела показать косметику, которая используется в этом отеле. Очень вкусно пахнет вот мылом. И для тела там еще есть молочко. Но шампунь ужасный, просто отвратительный. Волосы после него как будто их в сале изваляли. Вот так.
но зато органический, натуральный. Вот такие вот волосы после мытья. Жаль, что... Да, это вот так они странно вьются. Куда хочу, туда и кручу, называется. Вот, но и на ощупь, конечно, вообще неприятно. А лосьон для тела очень даже неплохой. Такой вот тоже натуральный состав. А где он, кстати, произведен? Я что-то не посмотрела даже. Так. Ого! Ничего себе, это курорт Красная Поляна из горной воды и натуральных компонентов. Вот так вот. Наносится очень хорошо, впитывается, такой жирненький. И жаль, камера не передает аромат. Пахнет вкусно, потрясающе, великолепно. На мой вкус, конечно же. Мы сегодня с Гошей, самым младшим, остались в отеле, потому что Гоша с утра не очень хорошо себя чувствовал, а наши старшие ребята с папой отправились на море, покатаются на яхте, попрыгают, искупаются, а мы здесь отдыхаем, чилим, восстанавливаем силы. И я решила немного помонтировать, пока Гоша смотрит мультик. Монтирую, монтирую и понимаю, что же так мне режет глаз? Морщины? Кожа неупругая, смотрю, решила сделать масочку с акульим жиром. Конечно, бедная акула, но что поделаешь, ради красоты, как говорится. Маска увлажняет, подтягивает, улучшает цвет лица, и результат — упругая, увлажненная и молодая кожа. Так что к концу этого влога я точно буду молодой и упругой. Вот как. Раз началась минутка красоты, покажу, что я с собой взяла на отдых из косметики. Маска для лица, всего их было две, одну я уже использовала, как вы поняли, крем SPF, крем еще один тоже SPF, это все для лица, для губ блеск, для прекрасного летнего аромата на солнце духи пробник, еще одни духи, которые у меня когда-то где-то завалялись, тушь, блеск для век и щипчики для бровей. Чем я пользовалась? Пользовалась только вот этим. Вот это все оказалось ненужным. Это река Сахет. От глаз туристов она скрыта горами. А местные жители именно сюда приезжают на отдых. Не на море, где палочка, а сюда. Вода чистая, прохладная. Даже пляж есть. Большой пляж там. И детям развлечения, можно бросать камни сколько угодно. Воды такой серьезный, что даже бычков и коров тут сносит. Так, этот все не хочет или не может вылезать. Наверное, не хочет. Его снесло. Получается вот отсюда сюда. Вот этого черного. На этом берегу я загораю, отдыхаю, а на том вот они корушки, вот они. Очень приятное соседство, люди и коровы. Все смешалось на берегу реки. Это зона ресепшена. Здесь живет собака Герда.
том числе. У нас лаунж-зона. Так. Да, кстати, самое главное, я не сказала, фишка этого отеля – сауна, которую вы как раз видели чуть раньше. Еще здесь есть бассейн, детская площадка. Там бассейн, но люди не буду снимать. Люди отдыхают. Батут. И вот туда дальше, там строятся номера. Еще. А дальше вот здесь будет глэмпинг. То же самое, что кемпинг, но гламурный. Такие домики в глэмпинге. Это сауна. Внизу ресторан, там бассейн. Вот еще такие домики тоже с номерами. А вот этот наш. Получается такая экспресс-экскурсия. Это наш домик. По лесенке сюда. И еще получается с мансардными окнами второй этаж. Тут можно почилить. Что ж, спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки. Пока! Я надеюсь, до следующего влога, если его сниму и смонтирую.